Так, в полном составе полицейский столбич встречают Рустам Миниханова. Этого момента правоохранители ждали с начала года. Перед обновленным зданием они выстраиваются впервые. Мы понимаем, насколько важна и необходима здесь вот такая структура, которая обеспечивает безопасность в пригороде, где по статистике численность населения одно, а в реальности в 4-5 раз больше. Уверен, что учитывая вот такую программу, в прошлом году вам отремонтировали головной отдел, до этого построили 6 административных жилых комплексов для участковых, все условия для несения службы созданы. Геопортал для расположения видеокамер по территории Лаишева и по столбище. В основном по Лаишевской зоне только 414 камер, а по столбище зоне 154. Эта экскурсия специально для президента. Теперь дежурная часть оборудована новой системой видеонаблюдения. Есть комнаты дактилоскопии и кухня со всеми удобствами. Стоимость реконструкции 50 миллионов рублей. Вот это обновленная комната приема заявителей. На свое новое рабочее место сегодня заступает Антон Солягин. Участковый обеспечивает безопасность более 5000 человек. Помещения стали у нас светлыми, уютными, работать стало удобнее. Надеемся, что наши показатели поднимутся выше. В обновленном отделении полиции есть 3 помещения для заключенных. Каждый из них рассчитан на 2 нарушителя. По правилам, в помещениях не должно быть ничего лишнего, но чтобы задержанные, например, не замерзли, комнаты оборудованы теплыми полами. И президент сегодня пришел не с пустыми руками. Теперь в отделе полиции новая машина. Старший лейтенант полиции Курпутина. Сегодня торжественный день не только для столбищенских полицейских, но и для всего МВД. Рустам Миниханов вручил ключи от новых служебных машин всем отделам. Автопарк пополнили 80 новеньких НИВ и ЛАД. Вопросы безопасности дорожного движения, вопросы борьбы с преступностью. Это, конечно, за совместная работа, и субъект республика в этом вопросе всегда оказывала и будет оказывать поддержку. Но праздновать некогда. Теперь за правоохранителями безопасность чемпионата мира и его каждого участника. Рамиль Галиуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Лаишевский район, Казань.